Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И у нас сегодня прекрасный солнечный день, 9 января 2019 года. И мы получили очередную печатную продукцию из нашей типографии. И я сейчас попробую в режиме живого видео, в режиме распаковки, анбоксинга, как сейчас модно говорить в интернете, рассказать вам, что же мы получили. Вот такая большая у нас тут коробочка, много-много методик. И, соответственно, давайте будем разбираться, что же нам тут прислали. Прошу прощения за, возможно, не очень качественную съемку, но начнем тем не менее. Первое, что мы с вами здесь видим, это у нас стимульный материал, 19 карточек, методики исключения предметов. Поза Игарник. Вот так вот это выглядит. Их тут несколько. 2, 1, 2. Так вот я их в сторонку буду откладывать. И чтобы все не доставать. 3, 4, 5, 6, 7. 7 стимульных материалов к исключению предметов. И что-то идет дальше. Это у нас патопсихологическая методика, классификация предметов. Ага, это методическое руководство классификации предметов. Там у нас заигарник. Так вот подальше это двину. Это исключение предметов, стимульный материал. И методология классификации предметов. Так, это все у нас из нашей типографии сегодня мы получили. Прекрасный день. Так, здесь у нас отсвечивает методическое руководство, тест тревожности, выбери нужное лицо. Это детский вариант. Заказывали у нас такой вариант методики. Тоже в сторонку ее отложу. Угу, дальше. Ага, вот у нас были недокомплекты, и нам их доприслали из типографии. Тут у нас идет классификация, несколько карточек, штук 5, 6, 7. И, соответственно, у нас еще идет еще один комплект исключения предметов. Тоже в сторонку. Дальше. Дальше что у нас тут? Так, это тоже выбери нужное лицо, детский вариант. Угу. Замечательно. Угу. Полный комплект, как я вижу, таблицы Шульте. То есть там у нас, собственно, 5 карточек стимульного материала и методическое руководство. Дальше. Что у нас тут еще? Это вот наш вот так вот бренд. Тест тревожности здесь у нас. Тут у нас QR-код и, соответственно, наш брендовый знак. Тест тревожности. Дальше пошли большие папочки тоже с нашим брендом. Это у нас патохарактерологический опросник для детей, ПДО. Замечательный опросник работает. Готовый комплект, методическое руководство и стимульный материал. Дальше. А, дальше он идет. Он же. Давайте дальше. Угу. Новая методика. Методика детский оперцептивный тест. САД или КАТ, если по-английски говорить, Беллок. Тут у нас методология этого теста. Замечательно. Тоже заказ был. Тут что-то у нас тоже завернуто. Ага. Здесь у нас методология. Методология. Методика уровня невротизации и психопатизации УНП. Один экземпляр. Так, тут несколько экземпляров, готовых уже к отправке. Это у нас методика пиктограммы. Тут вот у нас написано патопсихологическая методика пиктограммы. Взрослый вариант. Отлично. Так, тут еще интереснее пошли методики. Это у нас так. Тематическая перцепция тест. Очень я его люблю. Проективная методика. Абсолютно работоспособная. Хорошо себя зарекомендовала. Заказали у нас тоже такую штучку. Так. Это, видимо, был недокомплект. Это у нас инструкция и стимульный материал для теста Векслера. Взрослый вариант. Отлично. Ух ты. Здесь у нас идет тематическому и перцептивному тесту стимульный материал. Такая вот толстая папочка.
там несколько десятков вот этих картин стимульного материала. Не подготовился я, надо было сразу перевернуть. Тут у нас опять идет ПДО, патоархеологический опросник. Второй вариант ПДО я вижу. Значит, еще вариант методического руководства по методике пиктограммы. Пиктограммы. Самая моя любимая методика, проективная и в то же время объективная. Тоже пиктограммы. Еще один сад. Сад. Дальше что у нас идет? УНП. УНП. Уровень невротизации и психопатизации. Еще один вариант. Дальше. Тут у нас отдельные листы материала. Это мы отдельно заказывали. Тут у нас стандарт организации мы заказывали, у нас запросили. Тут у нас по Векслеру идет бланк фиксации результатов по Векслеру, детский вариант. И тут вот я вижу, у нас тоже идут комплекты к Векслеру. В данном случае голова. Тут надо разбирать. Там вот я вижу человек. Да, человек, голова. Дополнительный стимульный материал методики составления фигур. Это рука и так далее. Там еще что-то нам заложили. Но сейчас не буду пока доставать. Одним словом, понятно. Вот такие материалы мы заказываем из типографии. У нас своя типография, заключенный договор. И мы, соответственно, изготавливаем вот такие вот методики. MMPI, UNP, USK, Wexler, Raven и так далее, и так далее. То есть это качественные патопсихологические методики. Иметь их в своей работе надо обязательно, не полагаться только на какие-то компьютерные версии, а именно оперировать и качественными патопсихологическими методиками. Вот такие вот материалы мы сегодня получили. Первый рабочий день 2019 года. И уже такая вот радость, такое вот удовольствие от получения новых методик, заказанных нашими уважаемыми пользователями. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!